Один из самых продуктивных механизаторов филиала Южной растениеводческого предприятия АПК «Черноземье» Николай Козлов сектор АПК как профессиональную стезю выбрал еще в юношестве. Отслужил в армии, окончил Рыльский аграрный техникум по специальности техник-механик. Работал автомехаником. Потом, когда организовалась АПК «Черноземье», пришел сюда в качестве тракториста-механиста. Работал «Джон Дир», 8310, 8320, сеялками, цитан, с культиваторами, со всеми агрегатами, которые здесь есть в данном хозяйстве. В обязанности Николая Ивановича входит обслуживание техники. Эта работа начинается рано утром. Подготовка к выходу в поле, чтобы весь световой день отработать без поломок. Пашем, культивируем вообще, сеем все это. Сами же все сеем, готовим почву и убираем. Работа механизаторов далеко не из легких. И главное – это сплоченность коллектива филиала. Николай Иванович отмечает, что любые трудности преодолевают все вместе. Форс-мажорные ситуации решаются быстро. Всякое бывает. Что-то сломалось, не знаешь, как это устранить. Спрашиваешь, звонишь, подсказывают. Никогда не откажут, всегда помогут. Приедут инженера в первую очередь. Все это делается быстро, оперативно. Во многом работа механизаторов зависит от погодных условий. Высокая влажность не позволяет выходить в поля. Бывает, что стоим, дежурим, ждем погоду. В данный момент то же самое. Прошел дождик, мы обслуживаем свою технику, комбайны. И ждем, солнышко продует, ветер, все это. Дальше поедем молотить. Николай Иванович рад, что может плодотворно работать и хорошо зарабатывать на родной земле, в Наумовке Курской области. Понравилось работать на земле, то что дома все держат свои участки приусадебные, привыкли с детства, наверное, здесь жить и работать. По итогам 2019 года Николай Козлов стал одним из лучших сотрудников группы компаний «Агропромкомплектация». Был отмечен на корпоративной доске почета. Вспоминать об этом профессиональном достижении ему, конечно, приятно. Шла уборка, я работал на комбайне. Тоже мне Людмила Сергеевна, наш агроном Бородина, сообщила об этом. Это одновременно и радость, и гордость, и удивление, за какие заслуги, так и я. Такая честь мне, что повесили на доску почета. Свободное от работы время Николай Иванович посвящает семье, супруге, дочери и маленькой внучке. И на домовом участке работать успевает, ухаживает за фруктовым садом. Яблони, смородина, вишни, все это, как везде, во всех, наверное, деревнях такое. Для коллег по нелегкой, но такой важной профессиональной стезе, для механизаторов группы компаний из Тверской, Курской и Рязанской областей, у Николая Ивановича всегда найдутся теплые слова. Ну, хотел бы пожелать это, в первую очередь, здоровья, любить свою работу и трудиться достойно.